ты очнулась. Я вызываю полицию. Не будь такой, Дзянин. Мали сошла с ума, я звоню в полицию. Не делай этого. Мали действовала по прихоти. Это господин Джа заставил ее сделать это. Я слышала, как они говорили по телефону. Если она ревнует тебя, это одно дело. Но почему господин Джа вмешался? Джоу Сяушань, что ты от меня скрываешь? Дзянин, сейчас тебе нужно отдохнуть. Что касается нас, я позже тебе все объясню. Ты мне не скажешь? Пусть полиция допросит. Цю Дзянин, ты уверена, что хочешь знать? Тюремный музей. Джоу Сяушань, теперь ты расскажешь мне? Прости. Моли, та, кто должна извиниться, не ты. Это все из-за меня. В прошлый раз здесь я рассказал тебе о своем прошлом. Но я не все тебе рассказал. Что касается остального, то сегодня я отвечу на все твои вопросы. Ты уже много обо мне знаешь. Но после поездки в город Эй я не рассказал тебе правды обо мне и Сянлань. Сянлань? Дочь господина Джа. Она была прекрасна и жизнерадостна. Но сначала господин Джа не одобрял того, что я был с ней. Из-за моего происхождения. Но Сянлань угрожала ему своей жизнью. Она была единственным ребенком господина Джа. Поэтому он сдался. Мы с Сянлань начали встречаться и чудесно проводили время вместе. Мы жили и учились вместе. Вместе адаптировались к новым условиям. Но потом произошел несчастный случай. Одногруппник Сянлань тоже ей интересовался, но не мог добиться ее расположения. Вот почему он начал домогаться ее. Я выстрелил в него, и он чуть не погиб. Из-за этого нападения мне пришел конец. Его семья была влиятельной. Даже господин Джа ничего не мог сделать. И в этот момент вмешалась Сянлань. Она согласилась выйти за него замуж при одном условии. Он должен пощадить меня. Это просто смешно. Цю Дзянин, в этом мире не все на виду. С тем, что скрыто, никакой закон не работает. Там хаос и тьма. Выйдя за него замуж, Сянлань не смогла этого вытерпеть. Она покончила с собой. После потери Сянлань, моя жизнь стала бессмысленной. Всю оставшуюся жизнь я могу только искупать грехи. Да, я такой. В том числе из-за господина Джа. Но из-за меня умерла его единственная дочь. В этой жизни я не заслуживаю счастья. Молли влюблена в тебя. Но она может быть только твоей сестрой. Это из-за господина Джа. Она и господин Джа никогда не думали, что ты будешь со мной встречаться. Я тоже этого не ожидал. Я не думал, что мы... Получается, Мали не просто ревнует тебя ко мне, но и делает это для господина Джа. Она напала на меня по приказу господина Джа. Они ни при чем. Это моя вина. Джоу Сяушань, тебе следовало сказать мне раньше. Даже если они захотят убить меня, я разделю это бремя с тобой. Я приму твое прошлое, каким бы оно ни было, и встречу с господином Джа лицом к лицу. Цзянин, ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Я понимаю. Не существует неизлечимой раны. Сянлань больше нет. Тебе и господину Джа нужно двигаться дальше. Если бы Сянлань знала об этом, она бы желала вам обоим хорошей жизни.
хорошей жизни? Это невозможно. Нужно платить за свои ошибки. Я не заслуживаю хорошей жизни. Где ты ошибся? Два человека влюбились. Это неправильно? Любая любовь исходит от самого сердца. Ее нужно благословлять и уважать. Здесь нет твоей вины, как и вины Сянлань. Давай здесь закончим. Давай расстанемся. Почему? Я хотел быть с тобой, потому что ты похожа на нее. Ты хотел быть со мной. Только потому, что я похожа на нее. Да. Сянлань ушла много лет назад. Но я не могу ее забыть. Мулина помнила мне, что ты не она. А я все еще пытаюсь искать сходство между вами. Но на самом деле... ты совсем на нее не похожа. Она — это она. Ты — это ты. Вы обе добрые. Но та единственная, которую я любил, — это Сянлань. Спасибо за честность.